Регионы Приволжского федерального округа будут внедрять опыт Нижегородской области в сфере поддержки народных художественных промыслов. Это решение было принято на 40-м заседании Ассоциации законодательных органов государственной власти Российской Федерации в ПФО. Вы лучшие в России, потому что у вас здесь прекрасная школа, у вас целый городок, городец, где занимается этими художественными народными промыслами. Приняли решение совместно издать книгу о развитии, значит, народных художественных промыслов в наших регионах. В книгу привоз как бы нашего округа. Да? Мы представим свои наработки, свои достижения, и это будет книга, это будет очень здорово, потому что не всегда даже в регионах знают о том, что происходит в соседних регионах в этой области. По итогам 2013 года в Нижегородском регионе предприятиями народных художественных промыслов было произведено продукции на сумму 768 миллионов рублей. Объем экспорта составил порядка 17 миллионов. Две трети народных промыслов России сосредоточены в Нижегородской области. Это, ну, наверное, вот такой, благодаря целенаправленной и длительной, на самом деле, работе по поддержке. По словам председателя законодательного собрания Нижегородской области Евгения Лебедева, депутаты приняли поправки к областному закону о НХП, предусматривающие льготы на аренду торговых площадей для таких организаций.